Оп, есть. Есть. Хоп. Друзья, я рад приветствовать вас на своем канале. В этом видео я хочу показать, как легко и быстро, буквально за пару минут, сделать очень интересную и уловистую снасть, буквально из мусора, из тех материалов, которые мы обычно выбрасываем на мусор. Цена этой снасти приравнивается к цене тройного крючка и немножко времени, затраченное вами. Но я на 100% уверен, что данная снасть будет ловить рыбу ничем не хуже разрекламированных и распиаренных балансиров. Итак, друзья, как всегда, с меня видео по изготовлению данной снасти, а с вас подписка на мой канал и лайк в конце видео, кому понравилось. Поехали! Итак, друзья, для того, чтобы сделать нам такую снасть, нам всего лишь понадобится вот такая вот стопорная проволочка от шампанского, свинцовый грузик 1,5 грамма, маленький крючок тройной 12 номера и проволока с нержавейки диаметром 0,6 мм. Также нам понадобится вырезать из пластиковой бутылки вот такую вот полосочку. И достаем вот эту вот часть, что придерживает пробку. Берем крышечку и разрезаем бортик с двух противоположных сторон. И теперь слаживаем ее пополам. Подгибаем края вовнутрь. И вот так вот, друзья, должно получиться. Острые края обрезаем с обеих сторон. И теперь по центру нам нужно сделать отверстие. Отверстие я буду делать при помощи шила. И теперь берем проволочку и делаем скобу, при помощи которой мы будем крепить к основной леске. И лишнее обкусываю. И теперь проволочку вставляем в отверстие. На проволочку одеваем грузик и зажимаем его. И теперь грузик по проволочке опускаем внутрь нашей будущей снасти. Или же у кого глубины побольше, берем груз побольше. Но я буду ловить этой снастью в прибрежной зоне, где глубина не превышает 50-60 сантиметров. Поэтому для меня такая легкая снасть даже очень подойдет. Если вам нужно поглубже, пожалуйста, добавляйте груз побольше и ловите на той глубине, на которой вам нужно. И теперь при помощи клеевого пистолета заполняем всю внутренность нашей снасти. И пока будет остывать наш термоклей, мы сделаем с вами крылья к нашей снасти. Для этого мы берем полоску, которую мы вырезали с бутылки, складываем ее пополам, прижимаем и при помощи ножниц вырезаем форму крыла, ту, которая нам нужна. И прикладываем к нашей снасти крылья, вот такие вот. Смотрим, чтобы все было ровненько. Ставим сюда капельку термоклея и приклеиваем. И теперь клеем приходимся по периметру крыла. Лишнее убираем. И вот так вот должно получиться. И теперь с нижней стороны нашей снасти делаем кольцо для крепежа тройного крючка. И на краю тройного крючка я сделаю красный такой горящий глазик, который и будет привлекать нашу рыбку и провоцировать ее на атаку. При помощи того же термоклея наносим
такую вот капельку. И вот такая капелька должна получиться. Немножко даем остыть и красим любым ярким лаком. Желательно, конечно, флюоресцентным. И вот такой вот красивый глазик получился. И теперь уже можно эту снасть оснастить тройным крючком и ловить на нее рыбу. Но я хочу немножко его подкрасить. Также, друзья, при необходимости можно оснастить данную снасть передним и задним крючком. Ну а я приступаю к покраске. И, друзья, вот такая вот интересная снасть у меня получилась. И при помощи данного балансира я 100% уверен, что вам удастся поймать очень хорошую рыбу. Эта снасть ничем не хуже ловит рыбу, чем распиаренные фирменные балансиры. Она очень интересную игру показывает в воде, хорошо уходит от своей оси, а крючок с красным глазиком провоцирует хищника на атаку. И, друзья, благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Надеюсь, вам понравилось изготовление данной снасти. Кто еще не успел подписаться на мой канал, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. И до встречи!